Всем привет, дамы и господа! С вами Юрий Ховацкий, вы смотрите Здорово. Шоу «Тачка на прокачку». Это тачка кореша Хованского. Вы чините тачки или оламывайте их? Как будто здесь неделю пили. Я туда трезвый не садился. Что с салоном вообще происходит? Это детская хуйня. Вот она сдохла и все. Готовьте чаёку и погнали! Привет, братва! Не буду вас томить, просто послушайте, какое голосовое сообщение ВКонтакте мне пришло на днях. Дим, привет! Ничего, что я на «ты», не знаю, как принято. Поняли, кто это уже? В среде автоблогеров, у меня мало таких знакомых. Пишут тебе босяки по-волжски с канала Юрий Хованский. Увидел, что ты тачки прокачиваешь. У меня в коллективе два человека, Гриша и Мотор. Тот самый, который калаша отпи***. Мы ездим на тачке Мотор обычно, Серата, легендарная. И вот она померла от старости. Но я видел, вы помогали дедушке. Можете помочь Мотору? Многие считают, что я очень богатый, как и Риап. Насчитал мне там 15 миллионов. Но на самом деле я не богатый. Мы бы ее и сами отремонтировали, да денег нет. А у вас вроде как шоу про ремонт тачек. Поможете нуждающимся? Конечно, поможем. Коллегам нужно помогать. И прямо сейчас мы отправляемся в Питер к водителю Мотора, ну и к Хованскому самому. А я вам желаю приятного просмотра. Готовьте чаёку и погнали. Салют, представься. Юрий Хованский, а.к.а. Пёс Хулиганский, прибыл в здание. Что здесь делаешь? Привез тачку Мотора, Гордею, на прокачку. Эй, йо, всем привет, с вами Мотор, и это моя Kia Cerato 2004 года. А, стой, куда, что? Кем ты работаешь у него? Оператором, и вот вожу его. Оператор, охранник, водитель, доставщик, человек широкого профиля. Моя кормилица, по большому счету, потому что я на ней и курьером работал, и кем только я на ней не работал. Движок немножечко у меня умер. Да, ехала и заглохла, и больше не заводилась никогда. Она гнилая, пи***ц, все надо менять. Вся система прогнила. Я туда трезвый не садился. Там все нужно менять. А еще она не ездит. Да, но это так, мелочь. Тачка уже стала для меня там членом семьи в какой-то степени. Чемодан без ручки в данный момент, потому что, видишь, и выкинуть жалко. И тачка меня кучу раз выручала. Родная уже прям, душа к ней лежит, и мне от нее кайфово. И не хочется с ней расставаться вот просто вот на той поре, что вот она сдохла, и все. Я бич, я начинающий только видеоблогер, и пока я не встал на нормальный финансовый уровень, поэтому пока не могу себе позволить сильно вложиться в тачку или купить новую, поэтому, к сожалению, приходится вот так вот. Тяжелые времена. Нет денег, обыщи. Посмотри на меня, я хожу в собственном мерче. Насколько у меня, по-твоему, много денег? Юра не доел шаверму, решил ее выкинуть. Я говорю, выкини в окно. Он ее вот так вот швырнул, а я окно не успел открыть, и он выкинул ее прям в закрытое окно, и она прям по всему салону размазалась. Так все... это не доказано. Много всяких историй было, ярких, хороших, плохих, какие-то прекрасные моменты. Классная тачка, не знаю, люблю ее. Моя пи***чка. А готовили вы как-то машину к прокачке? Да, мы ее 7 последних лет убивали. И своей ездой на ней она полностью готова к прокачке, к реновации, как угодно называйте, готова. В
Где-то здесь мы должны встретиться. А, вон, вон они стоят, да. Ушавермы, ушавухи. Давайте сюда. Ну да, в принципе, где еще можно встретить их? Всем привет, дамы и господа. С вами Юрий Ковальский, вы смотрите Здорово. Шоу «Тачка на прокачку». Рассказывайте про машину. Что случилось? Я так и не понял с того голосового. Как я уже записал, Димасы сами мы босяки. Люди думают, что мы очень богатые. И так частично есть. То есть я очень богатый. А мотора нет. Мотор очень бедный, да. Да, и поэтому его машина, на которой мы постоянно передвигаемся, попала в критическую ситуацию. С ней что только не происходило. Она пережила и нападение калаша, и съемки. Что с ней только не было. То есть это та самая машина, которая сбивала Эльдара Джарахова, да. И которая сбивала Даню Рэндалла. Да, и пацаны с Дебенко, и где ее только не было. Легендарная тачка, Юра, все узнают. Юра пару раз по пьяни пил. Да, я как-то в другую тачку ломился, короче, там. Больная, расскажи, мы приехали на Шаверову патруль, и куча школьников была, Юра пытался быстрее от них скрыться, стоял две синие тачки, моя и какая-то рядом. И он ломился в соседнюю, говорит, мотор, открывай тачку! А там громко, ничего не слышно, я, короче, прям уже ручку дергаю, клачу, говорю, ты хуй открывать, я заебал. Он такой, это не та машина, это не та. Ну, в общем, много приятных воспоминаний связано с этой тачкой, поэтому... Не хотелось бы ее терять. Она нам как друг, как член семьи. Это великое авто, великое, кого? Историческое авто. И Маликов в этой машине. Бывает звезды, что делают жарко. Спроси у своей мамы, кто ее кумир. Ай, да. Маликов был? Маликов был. Ну, он все. Очень удивился. Какая Алло, она? Здорово. Ну все, выходите на улицу, мы подъезжаем. Короче, смотрите. Раз Хованский и два Хованский. Один Хованский хорошо, а два больше. А два лучше, что два больше? Это она? Это она. Ох, блин, ну она выглядит ново, на самом деле. Да? Иди, я тебе сразу покажу, насколько она выглядит ново. Давай. А, да ладно. Да, это ты зачем? Да я сам продырявлю. Так, ну, я не понял, вы чистите тачки или доламываете их? Мы сперва доламываем, а потом чиним. Тут, смотри, все не встык-встык. 10 раз тут меняли, эта херня вообще вылазит. Вот эту ручку у нас отрывал Кирилл Витальевич, вот так вот. Так, что, она открывается вообще? Да. А ты ее закрывала? А зачем? Она же не уедет никуда. Она никуда не уедет. Она тут... В смысле, она не на ходу у вас? Конечно, не на ходу. Она приехала. Ты чё? Вы чё, у нас первое правило в тачке на прокачку, что машина должна быть на ходу. Ну... А мы исключились. Но ты же сказал, она так хорошо выглядит. Смотри, смотри. Вот и всё. Так, что за велосипедный тросик вот этот? Это трос капота когда-то был. Не смотри сюда. Да. Нормально все, пацаны. Да еще походит. Я думаю, что вы справитесь. Это ж просто так это. Это детская хуйня. Просто он не ездит. Вот, смотри. Все как. Как вот. Новое. Ну а что было, расскажи с мотором. Ехал к Юре на работу. Надо было что-то его куда-то свозить или что-то снять, я уже не помню. Свеча. Где ты взял? Вот отсюда. Вот отсюда? Ну, положи сюда. Положи, где взял? А то не заведется. Просто она заглохла, и все. Приехал в сервис, говорят, все, пи***ц. Так, дай тренировку еще посмотри, что ты. А это съемка. Старенькая сервис. А, это съемная? Да. Так она сейчас... Эй, что за стоп-хам? Нормальная тренировка была. Кольцы меня не видели хотя бы внутри. С колесами что случилось? Да просто они под зиму спустили. Сюда даже садиться страшно. Вот с виду мне это показалось нормально, но внутри здесь сразу какой-то предупреждаю, поскольку я в этой тачке ездил почти всегда все, пьяным, можно опьянеть просто от запаха. Не, блин, она такая удроченная, как вы ее вообще... Ты же сказал, как увидел, что она вообще отлично выглядит, лучше всех ваших развалюх. Не, но она внешне реально круто выглядит, особенно сзади. Ну, как нормально, в смысле, типа новая тачка. Ты посмотри на эти пороги, чувак, да у меня днище менее гнилое, чем это. Да хватит их сколачивать, что вы... Делайте. Давай багажник откроем. Не откроем. Замок сдох, уже знает когда. Там трупак, мы просто хотим вам его впарить. Можешь из салона посмотреть. Давай из салона посмотрим. Хотя бы трупов нет реально. Нет, там есть старый монитор. Что с салоном вообще происходит? Да, посмотри. Вот это что такое, вообще не понимаю. Ладно, документы у тебя есть у тебя под машину? С собой только СТС-ка. Так как у нас вся команда из Москвы, мы будем прокачивать в Москве.
Мы ее сейчас грузим на поезд и повезем ее в Москву. Каев. Я больше всего боюсь, что вы поставите какую-то сирену, типа, наверх, и она когда заводится будет... Здесь едет Юрий Хованский. И бегущая строка. Короче, без каких-то ярких тем, да? Ну нет, на твое усмотрение. Обязательно поставь бабий магнит. Мы такое вставляем, нормально, работает. Хорошо, хорошо. А можно логотип Porsche нам? Ну, просто многие не разбираются, а вось кто и поверит. Ладно, народ, давайте, удачи. Мы сейчас будем ее грузить. Это такой спецвыпуск «Тачки на прокачку». Как бы все-таки решили помочь. Да, йоу, не только бедные люди нуждаются в помощи. Иногда... Бедные люди, которые работают на богатых людей, а это почти все бедные люди, на самом деле, тоже нуждаются в помощи. И мы будем вечно нести благородное знамя тачки на прокачку, рассекая на новой вариации... Kia. Да, новой Cerato. Реинкарнации этой Kia. Бам. Здорово, братан. До Москвы довезешь тачку? До Москвы нет? Тогда давай до вокзала. Грузи. Сейчас пишем доверенность. Ты сработал раньше или что? Да, но не здесь конкретно, а вообще. У меня сейчас тут возник один очень немаловажный вопрос. Как мы будем затаскивать тачку в поезд? Толкать. Если она не на ходу, толкать на спущенных колесах мы точно не сможем. Даже сейчас накачаем. А почему их спустило? Машина всего 2 месяца простояла. Ну вот потому и спустило. Там где-то дырка, наверное. Я понял. Но главное, чтобы хватило до вокзала. Прокачка огонь! На, накачивай колеса! На, чисти это самое! Любишь прокачивать тачки, люби сам вкладываться. Новое правило. Смотрите, я сейчас еду. Внимание, опасно. Блин. Это очень странно выглядит, чуваки, вы себе даже не представляете. Че ты там не моргаешь, эл? Ехай давай, блядь! Сейчас будет налево повернуть, туда, направо вернее, да. Все правильно, направо, заебись. Так мы ментов объедем. Ладно, пока ментов нет, можно делать вид, что я рулю. Я как ниндзя скрылся. Все, давай, Лех. Толкай. Ух ты, ну тяжелая вообще. Давай еще. Короче, Москва нас так себе встречает, но я рад, что мы это корыто наконец-таки довезли до столицы. Давай, короче, хватит. Короче, все, ставь ручник. Давай, держи. Все, поставил? Да. Пора звонить парням, потому что машину просто не можем уже докатить. Вас приветствует автоответчик. Оставьте сообщение. Там, походу, даже сеть нет. Ладно, пойдем так, короче. Мне так на самом деле интересно, что не скажешь по поводу тачки, потому что обычно мы прокачиваем машины, которые сразу нуждаются, но по это так не скажешь. Народ, пошлите на вот туда. А что там такое-то? Связь не ловится, машина приехала, как выходит. Машина вот, я не смог ее, короче, докатить, поэтому встречайте. Новая тачка в прокачку, Kia Cerato. Блин, это божественная машина, по всей вероятности. Счастливый обладатель. Откуда она приехала? А из Питера, мы из Питера взяли. Из Питера? Не, ну тачка зачетная вообще. Прям видно вот серьезные намерения тачки. Че там собираешь? Там есть кнопки. Ну тут болты, тут все есть, как бы уже, понимаешь? Ну это конструктор. Батарейки. Здесь закладки, из Питера, да, точно вы провезли контрабанду,
У нас в Питере культурная столица. Я знаю. Нормально. Так это закладка культуры. Посмотри, это тросик, как на велосипеде. Господи, какая она страшная. Запах тут вообще запах, молчу. Запах питерский. Я болею, у меня не чувствую. Воняет пивом, пивом. Пивом очень пахнет, как будто здесь неделю пили. Тачка более старого поколения, точнее более старых годов, выглядит в салоне намного лучше, чем тачка 2004 года. На удивление, да. Здесь еще изнутри все вообще прогнило. Смотри. Подожди, что прогнило? Подождите, не пугайте, я думал там только пороги прогнили. Нет, Саш, здесь еще гораздо хуже. Не совсем. Аха, муха. Она вся прогнившая. Поскольку у нас не открывается багажник. Жди монитор. Подожди, мне как раз нужен монитор. Да, не-не-не, да. Мы его интегрируем. Дим, куда? В торпеду? Будет выезжать как фаркоп, знаешь? Вот. Это не тачка на прокачку, это просто нужно собрать прокачку. Тут уже все есть, нужно просто собрать конструктор. Да, есть монитор, есть кусок тонировки. Тачка очень уставшая. Но, пацаны, главный прикол не в этом. А в чем? Еще сейчас есть прикол, объясню. Который мы не видим. Дергаем веревочку, и капот открывается. Это первая машина в истории тачки на прокачку, которая не на ходу. Мы как минимум машину как делаем для мотора, а не для Хованского. Ну так сзади ездит Хованский, а не мотор. В основном он модель Хованского уже возит. Ну да, но зачем нам делать именно под Хованского, когда мы делаем для мотора? Ну это не его тачка. Да, он только сзади ездит. Но нам надо больше акцентироваться на моторе, потому что это его машина. Ладно, все, давайте, короче, соберемся, конструктивно обсудим все. Так, народ, у нас спецвыпуск тачки на прокачку. Kia Cerato 2004 года. Это тачка кореша Хованского. Он не ездит сзади, а за рулем ездит мотор. Как бы его друг хороший. Короче, начну я с мотора. Это первый раз машина в истории нашего проекта не на ходу. Плюс еще из Питера, мы ее пригнали с трудом просто сюда. И не будем мы экспериментировать, думаю, просто поставим обычный пи***й мотор в идеальном состоянии. И после этого нужно будет переходить к окраске. Что скажешь? Ну, по окраске, что, раз уж мы тут такой глобальной автонекромантией занялись, сердце меняем, заменим и внешний вид, сделаем машину просто как бы эксклюзивной. Давайте на нее прибацаем цвет AMG. Ну да, мы долго думали с цветом, сам владелец спросил лиловый, то есть какой-то фиолетовый. Ну блин, фиолетовая не тачка. Не будем детства и соплей, просто вот AMG, у нас получится Kia Cerato AMG. Звучит нормально. Вась, сможем обвес найти? Я предлагаю, да, поставить туда обычный пи***тый обвес, поищем, найдем какие-то варианты. Я думаю, она будет смотреться неплохо в обвесе. По салону, кстати, вот он хотел фиолетовый цвет, и я нашел как бы неплохие два варианта. Вот, смотри, вот так будет выглядеть. Вот этот цвет будет неплохо сочетаться. Вот этот кожаный, да? Да, вот это вот будет неплохо сочетаться. Или вот этот можно сделать, тоже крутой. Короче, салон возьму на себя. Далее, по выхлопу, как бы. Нужно будет смотреть по обвесам, какие Васек найдет обвесы, если задний диффузор, задний бампер будет сочно смотреться, соответственно, и насадки, и весь выхлоп будет тоже сочно смотреться. Поменяем полностью всю систему. Конечно, чтобы звучало, звук нужен ему? Звук, конечно. Или чтобы она была тихая? Нет, звук должен быть 100%, нормальный. Звук. Благородный, как ты любишь говорить. Благородный звук будет, насадки будут клево смотреться, обвесы будут топовые, надеюсь, Вась. Диски, Васек, что? Я предлагаю туда не прям вообще не разбегаться, поставить какие-нибудь обычные диски радиуса, наверное, 16-17. Но поскольку у нас будет стиль AMG, я предлагаю их сделать черными. Черными. Черные диски, но очень красиво. Выхлоп AMG быстро будет, словно AMG с новым мотором. Цвет AMG. Диски AMG. Ну и Васек. Ключевой момент – это по внутрянке. Там будет ездить Хованский. А значит что? Мы интегрируем в багажник бочонок с пивом. Один? Два. Мы сделаем большой. Три. Нет, ну, четыре бочонка с пивом. Нет, мы поставим туда один большой, обычный пи***тый бочонок с пивом. Один бочонок, я считаю, должен быть с пивом нефильтрованным, второй с фильтрованным, светлым. Потом еще один с темным нефильтрованным и с темным фильтрованным темным. Тогда мы сделаем разновидность бочонков. Ну, короче, вставим несколько баллончиков, выведем все это в салон. Я думаю, ну какие-то краны можно будет и внутрь салона вывести. Ну да. Вот. Также холодильник, я думаю, надо будет поставить. Холодильник поставим в багажник. Багажник, холодильник, да. Небольшой. Окей. Получается, у нас, короче, будет Kia Cerato в цвете AMG с обвесом, с выхлопом, похожим на AMG. Внутри у нас будет фиолетовый салон, как вот на фотке. Примерно. Ну, он хотел фиолетовый цвет, да, где-нибудь. Будет фиолетовый, да, салон. Смотрится круто, типа очень, серое, фиолетовое. Очень. Я предлагаю назвать это бухмобилем. Бухмобилем? Хофбухмобиль AMG. А за рулем мотор. Ладно, впереди, как обычно, много работы, реально спецтачка. У нас только свап мотора, это как бы уже думать будет геморроя. И мы начинаем.
shy, go do your day, yeah. Так, братва, оператор с ногами на связи. Короче, сейчас 11 часов вечера. Мы едем покупать мотор для тачки Хованского. Никто из команды не смог поехать, поэтому пришлось ехать мне одному и делать работу за всех. Ну и, соответственно, спич толкать сейчас тоже буду вам я. Мы уже подъезжаем на самом деле, поэтому увидим, что там будет. Надеюсь, все получится. Бабки капнули. Идем в банкомат. Ну, короче, движок поместился без проблем, даже не пришлось задний ряд раскладывать. Вроде целый, сказали пробег на нем 60 тысяч. Ну, значит, должен бегать. Как вы видите, подкапотка у нас пустует. Спасибо Никитосу, оператору, который вчера смог купить. Оператор у нас на машине покупает моторы. Короче, купил мотор, взяли его за 39 кусков. Здесь стояло старое говно, вот оно, кстати. Все, короче, течет, засаленное. Там, походу, провернуло вкладыш. Ну, вскрытие покажет, что там. Короче, там надо делать капиталку, это нам не подходит. Мы купили новый, ну не новый, но мотор с маленьким пробегом. Ставим его сюда, вот. Ну и дальше еще там у нас дохера всего. Будем восстанавливать, наверное, пиво там, ну как и планировали. Впереди много работы, так что пока вы будете смотреть тизер следующей серии, я объявлю условия конкурса, в котором мы, как обычно, уже разыграем 5000 рублей. Условия, слушайте внимательно, у нас в передаче Хованский, легендарная личность, и думаем подарить ему и мотору какой-то еще дополнительный маленький приз. Так что пишите в комментариях, какой приз ему подарить. Также еще второе условие, вы должны подписаться на канал. И третье условие, поставить лайк. И мы выберем рандомно, либо какой-то интересный комментарий с призом, подарим ему этот приз, и одному из вас переведем 5 кусков. В общем, участвуйте. Ну а с вами был Дима Гордей. Желаю вам приятного. Желаю вам приятного. Уже просто заработался. Короче, с вами был Дима Гордей. До новых встреч.